Всем привет! Мы сегодня получили посылочку Эйвен, малюську такую, заказала платье новое, не прислали. И куда мы едем, Софья? Цирк. В цирк! Кого будем смотреть? Тигров. Тигров. Ну, поехали. Все, мы приехали. Соня говорит, где тигры? А тут одни спортсмены, да, Сонь? Ой. А тебе кого надо? Тигров. Тигров, сейчас. Это что, Софья? А что ты делаешь? А, папину работу делаешь? Это моя работа. А, твоя работа. Это моя работа. Твоя работа. Сейчас я покажу, что творится в коридоре у нас, да, Софья? Столько народу у нас. А, тут собаки. Вот это дерево. Бабл, да. Соня даже попкорн свой кинула. А там черепашки были раньше. Пошли смотреть. Он и Серёжка нам. Пошли смотреть черепашек. А, там золотые рыбки. Стас, но она не увидит. Надо поднять ее. Там золотые рыбки плавают. Там уже рыба красная. Ну подними на руки ее, там золотые рыбки. Смеки, золотые рыбки там. Сонь, тебе понравился цирк? А? Я не слышу, что ты говоришь. Скажи мне. Чем Соня ждет тигров? Она наплясалась, да? Да. Ты кого ждешь? Да. Тебе поснимать? Да. Смотри, идет какой Соня. Тигр какой красивый. Ой, какой большой, да, Софья? Да. А он второй там ходит. Thank you.
Ты не Дина Корзина? Соня с шикарной прической. Мы сегодня проболели сегодня сколько? Неделю? Надо убиться, тут убиться. Расческу убрать? В общем, у нас был завязан сверху хвост, и у нас теперь такая шикардосная прическа. Повернись спиной ко мне. Соня, не надо подушкой кидаться, Соня. Я буду сосу. Ты расческу закрыл, чтобы я тебя не расчесывала. А ты спинкой повернешься ко мне? Нет. Почему? Я и Дина. Ты не Дина Корзина, а вот у нее такая прическа. Супер-пупер. Будем раздирать ее? Нет. Нет? А что ты делаешь, Соня? Я и Дина. А что ты? Рядом прыгнула, я ж не успел. Да, я пикну. Пикнешь? Да. Дай. А покажи твои руки. Соня, как только полегче стало, температуры вчера первый день не было. Соня нет. Накрасила ногти оранжевым цветом. О, видали какая? Как у Лёвы. Жил-да-был, бродобрей. А я забыл, какой вы сегодня с папой что-то поете вы? Что там про хвост? Как песенка про хвост? Что-то держи. А начало-то какое? Не помнишь, что ли? Mm-hmm. Ты выбражуля? Ты Лёва, да? Ай, я тебе Лёва. Ты теперь Лёва? Лев. Лев. Да, ты натуральный Лёвушка. Стасу на работе, помимо денежного подарка, подарили вот такой Timothy Man. Чистота и свежесть. Это от профсоюза, а деньги от кого? Сейчас я одной рукой не открою. В общем, это вот так вот. Жик. Шампунь, чистота и уход. Я не буду даже, наверное, вынимать из упаковки. У него пока в использовании есть. Это будет безопасно, да, Софья? И гель для душа, морские минералы. Потом расскажем, как он. Нюхать не буду, у меня насморк, вы слышите по голосу. Ты будешь нюхать, сейчас дам. Вот. Забаться. Софья, что ты делаешь, пока тут мамы нет? Я зашла, тут ребенок подвинул стул. Ты что делаешь, Софья? Я забаться. Ты собачка? Да. Ты что сейчас мне говорила, рассказывала, это что? Это золотые духи. Золотые духи? Чем пахнут? Апельсином. Апельсином? Ну-ка я посмотрю, какие апельсином тебе пахнут. Мелоди. Ну, не сладкие, ладно, ну. Акия. Открыл. Соня, насморк еще, да? Нет, у меня насморка. Нет у тебя насморка? Зачем ты их так трясешь? Духи так нельзя трясти. Это же не дезодорант. Расскажи мне, что ты говорила сейчас, когда я в комнату зашла. Две чего у тебя тут было? Вода такая. Вода такая какая? В тюрках. В миниатюрках? Да. Угу. Какать. Это какой аромат, Сань? Сладкий, вкусный. Сладкий, вкусный? Да. Может, хватит уже? Нет. Допустили ребенка. А кто ты? Каких ребенков? Каких ребенков? Мои духи. Собакины духи. Собакины духи? Это сладкий аромат. Сладкий аромат? Сладкий аромат. Угу. Вот так, вот так,
нашел сатиамат. А это сатиамат. Подумал. Да, у него тугая крышка. Соня, можешь тебе помочь? Тугая. Какая тугая. Я даже такой свой не видела. Ты даже такой не видел еще? Нет. Ты куда собралась ехать, Софи? Что-то 50 дел у ребенка. Привезла почту, выгрузила и убежала. А вообще, Соня занимается ремонтом у нас. Сейчас посмотрим, чем папа занимается, пока ребенок ремонтом занимается. У папы 24 февраля рыба. Обалдеть, пиво с икрой, да? Угу. Вкусно? У нас алковлог 24 февраля называется. Хорошо? С праздником. С прошедшим. Чувствие какое? Соня, что такое? Ты мне сделала... Как они называются? Мама, тут баночку. В баночку нужно а как тебе. Как называется? Вот сюда сделаю. Как он называется, Соня, забыла. Что за игрушка у тебя новая, Софья? Как называют? Стаканчики живут? Ли? А как они выпрыгивают оттуда, покажи мне. Как ты их выпускаешь из стакана? Рукой? Это лизуны. Чего лизуны? А прокинь просто. Вот так вываливаем, как-то вываливаем. Оп. Опа. Видишь, не надо, ты видишь, красный прилепился уже. С расстоянием делай их, ладно? Вот это лизун упрыгал. Это лизун? Какая гадость. Соня, это не гадость? Или гадость? Не, не гадость. Не гадость? А что это? Это игрушки. Игрушки такие? Как называются они? Вот красный что-то на части, да, и разваливается? Ага. Немножко порвался. Зато сколько радости, да, Софья? Прыг в домик.